Приветствую зрителей моего канала. Сегодня видео в обзоре. Не один, а сразу два пылесоса Тайфун. Вот этот вот пылесос уже был у нас в видео в обзоре ранее. Его, так сказать, брат не был. Собственно, почему я решил сделать эти видео обзоры? Внешне пылесосы абсолютно одинаковые. Просто данная модель 89 года выпуска. Этот товарищ 91 года выпуска. Внешне они ничем таким не отличаются, то есть те же защелки, все то же самое. Единственное, что немножко, так сказать, помаднее он, что ли, то что черная крышка, черные защелки. А этот пылесос в духе того времени, красный цвет с белым. Ну, в общем, в советское время любили цвета мешать. Были розовые пылесосы, это вообще ужас. Ну, не будем отходить от темы. Почему я решил их показать? Потому что двигателя у них немножко отличаются. Сейчас я сниму крышки. Крышки я заранее открутил, чтобы не утомлять зрителя. Что мы видим? Сейчас я включу фонарик и покажу. То есть набор пластин коллектора крупный. Тут видим то же самое. Двигателя, в принципе, абсолютно одинаковые, но есть одна деталь. Если посмотреть сверху, то щетки немножко расположены наискось по отношению друг к другу. Вот, возможно, это заметите. Они расположены наискось по вращению двигателя. То есть на некоторых пылесосах щетки тоже расположены наискось, но они расположены навстречу вращения, то есть наоборот. А здесь мы видим, щетки расположены строго напротив друга, друг против друга, без всякой разбежки. Вот. Вот она разница. Что она дает, в принципе, на практике? Неизвестно, непонятно, потому что тянут они одинаково, что образец 91 года, что образец 89 года. Ну, если верить технической документации, то это сделано для повышения мощности. Естественно, повысив мощность на более новой модели, ощутимо возрос нагрев. В принципе, я сравнивал после 20 минут уборки данным агрегатом 89 года и уборкой агрегатом 91 года. Пылесос 91 года нагревается гораздо быстрее и гораздо сильнее. Ну, а что касается подтяги, может быть, просто я не заметил, или может просто образец такой, но разницы практически никакой нету. Уровень шума везде одинаковый. Так что, если будут какие-то соображения по этому поводу, милости просим, делитесь ими. Как я уже повторял ранее, всегда будет интересно узнать чье-то мнение, подискутировать на этот счет. Впрочем, на этом все. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.